Нет, нет, ее вообще здесь нет. Да? А вот Тоня как раз она есть, Волкова. Нет, она так сейчас она... сидит. Дор даже. Да. Как в администрации мне сказали. Гуляем вот так вот тоже в грязи, вот на руках коляска, вон на нас, в принципе, нереально пройти. Коляски оставляете там, да? Да, и... коляски мы оставляем, потому что, сами видите, ну, как бы нереально здесь проехать, и вот тоже вот так вот на руках. На руки взяли и пошли, вот в первом подъезде же вот через камни переползаем потихоньку, потихоньку. Идем, ноги боимся, чтобы не сломать. Ребенок гуляет, я говорю, каждый раз приходится все стирать, все грязное. Он и в грязь, и в лужу, все надо, все везде. Я чуть даже спотыкнулся, упал, уже грязный. Это очень неудобно. Конечно, хочется побыстрее. Объясняют подрядчики, что у них проблемы были с доставкой материалов. А с чем они связаны, эти проблемы? Ну, по идее, жителей вообще касаться не должно. Если были сроки установлены, да, они должны быть сделаны.